Ситуация с коронавирусом на Ямале остается напряженной. На 13 октября в Янао 158 новых случаев COVID-19. Выздоровели 27 человек. Число заболевших в населенных пунктах в разы выше, чем среди вахтовых рабочих. В городах и поселках выявили 146 случаев. Больше всего в Салехарде, Ноябрьске, Муравленко и Лабытнанге. В Новом Уренгое в этот раз 17 заболевших. Всего в нашем городе осталось 11 свободных коек. 8 пациентов – это дети. В больницах округа находится почти 750 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них 18 человек в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом, 10 больных на ИВЛ. Тем временем в России новый максимум по коронавирусу за сутки – почти 14 тысяч новозаболевших.